Доброе, доброе утро. Доброе утро. И кто тут с нами? Кто сегодня доброе утро всем желает? Милусенька всем желает доброго утречка, да? Ой, фей, фей, грозный змей. Шейхунь, ты же видишь, она с утра с богатством со своим. А ты пристаешь к девчонке. Мимо нее ходить не надо. Она вон какая, суровая, маленькая. Да, маленькая и грозная собака. А Милуська сегодня с нами. Ай, давайте погладим ее, пузеньку погладим. Довольная, глазки горят. И как будто улыбается девчоночка наша, да? Девочка такая наша, мамочка наша, да? Да, говорит, ну-ка не трогать меня, меня тут мать гладит. Лялюшка, лялюшка, девочка наш, целовальный маленький зверь. Большой из нас и всех. Да, но все равно малышка, маленькая деточка, конфеточка, вигусенок, наш красивый ребятенок, красотулечка наша. Ой, тоже надо и погладить, и поцеловать, и все. Малыши всем желают доброго утра, да? Еще не до конца проснулись, еще глазки сонные. Вот как уськи стоят. Там ты покажи свою красотулечку, мордулечку. Вот, еще скажи, я еще до конца не проснулась. Я хочу еще балдеть, лежать. Да? Феечек, господи, у тебя уже две печеньки. Ты где находишься, фееночка? И не мешайте мне завтракать. Вот, а сама хвостом-то машет. Да? Ты же добрая. Просто скажи себе. Ой, ты, господи. Все такие, прям со своим характером, да? Ну, а мы всех целуем, обнимаем и самого-самого наидобрейшего вам утречка желаем. Хорошего настроения. И чтобы днем у вас все получилось, все, что задуманное, быстро, просто и легко. И никто вот так на вас не ворчал.